Всем привет! Сегодня 22 мая. А вот и время 5 утра. У нас заморозок. Вот прям идет, я не знаю, то ли пар, то ли что. От железа что ли так идет. Вот смотрите. Это, наверное, там железо на солнце греется, наверное, и вот так вот идет пар. Ой, ну, в общем, очень много померзло. Не знаю, вот сейчас 5 утра. В общем, что останется живое, не знаю. Вот малина. Веточки вот так склонила. Гортензия. Ну, в общем, часов 9, наверное, будет видно, что замерзло, что нет. Вот. Пиончик вот. Я что могла, все закрыла. Вот пионы я не закрыла. Не знаю, наверное, погибнут. Очень жалко. Лилии. Вот так, мороженое все. Золотой шар. Не знаю, как мои помидорки здесь. Я закрыла, но сейчас пока открывать не буду. Вот такой вот иней. У нас шел дождь. Вот колом стоит. Вот стоит колом. У нас шел дождь весь день. И потом вот на ночь заморозки. Вот лилейник весь белый стоит. Я посадила на ту грядку перчики. Они у меня под ведрами, там стоят под тазами. Еще сверху вот укрывной материал, два слоя. В общем, не знаю, погибло, не погибло. Пока открывать не буду. Будет потеплее. Часов 9-10. Посмотрю. В общем, не знаю, вот так смородина. Вся вот мороженая. Ой, вот такой заморозок у нас. Пар изо рта. Вот. Холодно еще. Жалко очень. Вот лилии. Ну все прям накрыть просто невозможно. У меня столько даже пленки нет. Пионы я вот не догадалась вчера закрыть. Пионы, не знаю, как бы не погибли. Вот склонился бедненький. Жалко, очень жалко. Не знаю, что. Вот смородина тоже, вся цветы. Вот хотела накрыть я клубнику. Смородина вот тоже вся. Стоит вот такая вот поникшая. Ой, не знаю, что отойдет, что не отойдет. Вот так клубничка не закрыла. У меня там была старая пленка. Но я что-то не знаю, не стала закрывать. Думаю, ну что ей будет? Она же все-таки на улице растет. Зимой на улице здесь. Я вчера вечером всю картошку закопала. Что у меня картошка вышла, я ее всю-всю на всех грядках землей закопала. Если бы не закопала, все, картошка бы вся померзла. Не знаю, как у меня тут огурчики. Вот, иней лежит на одеяле. Сейчас снять, чтобы видно-то было. Вот такой вот иней.
на одеяле. Ну, собственно, на всей грядке. Я уже вчера вечером все закрывала, закрывала, бегала. Единственное, я цветы не закрыла, но у меня уже просто не было пленки. Невозможно все закрыть. Ну вот под пленочкой что было, вроде бы ничего, все целое. Вот, ну, в общем, вот так вот, жалко цветы. Надо было хоть какими-то коробками накрыть, но я даже не ожидала, что будет такой заморозок. Все как-то надеешься, что ничего не будет. Вот. Ну, теплица у меня там. Обогреватели стоят. Вот я дергала траву сюда. Крапиву кидала. Она вся, не знаю, что с виноградом. Вот накрыла вчера. Все ведрами накрывала. А что было под рукой? Не знаю, кукуруза, наверное. Придется пересаживать, что ли, замерзла, наверное, кукуруза. Вот, виноградик. Не знаю, но это будет видно только, что померзло, что не померзло. Часов 9-10, даже, наверное, попозже. Ой, такие дела. Я хорошо хоть картошку вчера всю закопала. Во всех коробах я картошку закопала землей. Вот. Кукуруза, не знаю, вот она уже вылазит у меня. Вот. Вылазит кукуруза, не знаю, замерзла, не знаю, нет. Вот я вчера пионы надо было хоть закрыть, хоть коробками. Вот картошку, я всю картошку закопала. Вот. Лук он не боится, мне кажется, мороза. И там вот у меня тыква. Тоже все накрывала вчера. Нет, что у меня здесь? Ну, здесь 12 градусов. Ничего здесь вроде бы ничего не померзло. Помидорки стоят нормальные. Нет, здесь все хорошо, нормально вроде бы. Нет. Ну, холодные листочки, но не замерзшие, не замороженные. Жалко, очень жалко. Цветы жалко. Пионы склонились. Что-то я вчера даже и не подумала их закрыть. В общем, что смогла, все закрыла. Надо же, клубника как. Вся белая-белая стоит, склонила листики. Но я даже не думала, что клубника вот так вот, ну, земляника, чтобы вот так вот померзла. Да. Что мне там с помидорками, даже не знаю. Даже не знаю. Жалко. Вот виноградик на солнце уже вот. Посмотрим. Еще не видно. Открыть, что ли, попробовать одно ведро. Вот перец я тут сажала. Перчик вот. У меня маленький перчик, поэтому я решила его посадить. Посмотрим. Думаю, подумала, может быть, в земле будет хорошо расти. То прям там никак не растет и все. Вот. В общем, теперь будем ждать, что отойдет, что не отойдет. Лилии все прям поникли, стоят замороженные.
он стоит. И все. Томатики не померзли. Посмотрим. Может, помогли, даже не знаю. В общем, посмотрим. Сейчас ничего не могу сказать. Немного погодя, снова выйду, поснимаю. Вот. Добрый день. Сейчас 4 часа дня, 16:00. В общем, у нас вот такая погода. Вот. И хочу показать, что вроде бы пронесло заморозком опять. В общем, малина, кустики все поднялись. Что были склоненные, прям лежали. Вот так вот. Цветы я пропионы. Это переживала. Думала, они замерзли. Да нет, вот все отошло. Цветы все вот отошли от заморозка. Вот. Я открыла. Вот так вот. Помидорки тоже стоят. Огурчики там тоже стоят. Я вот накрыла так. Перчик, но я не буду уже открывать, показывать. Перчик тоже не замерз, весь стоит целый. Вот лилии, которые я утром показывала. Вот они, вроде бы ничего. В общем, ничего не померзло. Я так переживала. Вот. В общем, картошка у меня под землей. Я ее, наверное, не буду выкапывать. Вот так у меня огурчики. Надо сегодня полить их. Вот высохли. Тоже не замерзли. Редиска тоже не замерзла. Вот морковку вот так прям часто посеяла. Вот. Сейчас попробую открыть. Ой. Вот так я посадила свои перчики. Я вчера их только посадила. Нет, позавчера. Вот. В общем, вот так вот они у меня стоят. Они у меня сутки стояли под ведрами. Вон, ведра до сих пор. Так, виноград тоже весь целый, не померз. Ну, вроде бы пронесло. Вроде бы все целое, ничего не замерзло. Здесь тыква. Я тоже туда не пойду. Помидорки тоже стоят все в тепличке. Вот. Это патиссончики. Вот. Это кабачки. Вот такие большие. Вот. Ну, вроде бы ничего не замерзло. Так, я покрасилась. Вот такой цвет. Это темно-русый. Вот. В общем, ну, всем пока-пока.